Если у вас лопнул бачок омывателя, то досмотрев это видео до конца, вы сможете отремонтировать его сами. Берем сотовую наждачку и тщательно защищаем всю поверхность. Далее заматированную поверхность обезжириваем ацетоном. Далее нам понадобится два кусочка стекловолокна или любой армирующий материал. После этого берем эбоксидную смолу, тщательно перемешиваем и наносим на обезжиренную поверхность. Всю процедуру нужно сделать без промедления, чтобы эбоксидка не успела схватиться. Поверх клея ложим армирующее полотно и тщательно заклеиваем вторым слоем эбоксидки. Далее для усиления ложим второй слой стекловолокна и тщательно заливаем и его, вдавливая и разглаживая клей. Уже через 10 минут он схватится, а уже через 24 часа достигнет максимальной прочности.